Інтерту – твій інструмент. Буває таке время, яке не залітає на ворот соперник. І к этому должен, конечно, не привыкать, конечно, но и стараться тренироваться больше, больше, чтобы получилось. Тоже вот эта концентрация, которую мы говорили в предыдущие игры тоже, которые нам должен это очень обратить внимание. Поэтому только через работу мы можем добыть успех и, конечно, отношение самому к игре 90 минут. Creo que hoy hicimos todo lo posible para ganar. Сегодня, я считаю, мы показали футбол хорошего качества, имели много возможностей, чтобы забить. Единственное, чего нам не хватило, это реализации. И такое часто бывает в футболе, когда атакует одна команда, а забивает другая. К сожалению, это сегодня и произошло. Гаменюк хорошо играл в первом тайме. Соуза, выйдя на замену, тоже старался. Но все сваливать на одного нападающего неправильно. Мы все одна команда, и мы все в ответственности за результат. Наверное, нам всем нужно немного удачи. Во всех будущих матчах мы надеемся взять максимум очков и занять максимально высокое место. И вся команда будет делать для этого все возможное.